Всем привет, с вами Алекс и сайт rempc.by. В этом видео хотелось бы запустить на слабом экране современных игр новую игру Perception, которая вышла вчера, положительные отзывы. Это у нас сюжетный приключенческий хоррор от первого лица, рассказывающий историю слепой девушки, которая там, в общем, с потусторонней фигней будет бороться. Итак, давайте, какие же минималки игры. Windows 7, 64 бита выше, двухъядерный процессор, 4 оперативки, видеокарта уровня GTX 470 или 6870 от Redon. На каком ПК я запускаю? Проц MDFX6 306 ядерный, но 2 ядра отключил, чтобы получить 4-ядерный проц, 4 оперативки, 2 гигабайта файла подкачки поставил на всякий случай, и видеокарта GeForce GTX 550 Ti, 1 гигабайт памяти, DDR5, 192 шина, немножко старенькая, немножко игровая видеокарта. Вот она, 550 Ti, на ней сейчас запускаю. Для игры на минималках рекомендовано 470 или 6870. Ну, посмотрим, что я на этой карте сейчас могу получить. Данная табличка будет по ссылке в описании, стройка слабого ПК для игр, чтобы вы ориентировались. Также в описании будет ссылочка на полный список запусков игр на слабом ПК. Я давайте все отрубаю, захожу в игру. Так, ну что, я в игре, значит, давайте смотреть настройки. Ну, здесь, правда, она немножко странная как-то. Ну, звук вроде бы, я кажется, уменьшил. Ладно, давайте смотреть графические настройки. Пока 1120 на 1080, низкое качество графики. Ну, я потом его подниму. И масштабирование, кстати, есть. Или это текст? Размер текста, ну, пускай такое. Ну, в общем, низкая Full HD. Давайте пока смотреть, что вообще за игра, что вообще собой представляет. Хотя отмечу, что эта игра... Разработчиками данной игры также являются выходцы из Irrational Games, которые работали над Dead Space, и даже разработчики, которые работали над Bioshock'ом. Хочу узнать своего персонажа. Кэсси будет довольно много говорить. Рекомендуется. Я предпочитаю, чтобы мой персонаж помалкивал. Кэсси будет говорить только самое важное для сюжета. Прикольно. Выбрать режим. Тихая ночь. Разговорчивая Кэсси. Ну, пускай разговорчивая пока. Странно. Интересно. Секунду. Так, по мотивам реальных событий. Окей, ушки слепые, то есть девушка слепая. You learn who to trust. Интересно. То есть это хоррор, отмечу. Опа. Ой. Давайте-ка дальше, секунду. Так, ну что, давайте смотреть. Ну даже в полной темноте только 30 FPS. Ну да ладно, давайте смотреть. Что интересно, здесь есть возможность, но поскольку Кэсси слепая, то бить тростью. Я бью тростью, ну и как бы звуки, эхолокация, потому что у нее больше слух развит, она слепая, то я когда бью тростью, я вижу. Listen, I need to do this. I'm at the door. Ну то есть... Такой хоррор некий, тут будет Кэсси перемещаться то ли во времени, то ли в каких-то параллельных мирах для того, чтобы выжить. То есть здесь что-то будет твориться, пока непонятно что. Hello? Но достаточно интересно. I know nobody's there, but I'm just doing my due diligence. Я просто принял меры предосторожности. Причем, что интересно, ну, оценки я уже видел игры, причем они неоднозначные. От тройки, допустим, ну, если по пятибалльной, до... Там семерки, если по десятибалльной. Даже восьмерки. Прикольно. Да, очень необычно, темно. Ух, все, глава первая, понеслось. Ну, придется видеть, изучать обстановку, потому что Кэсси слепая. Вот, бью один раз для эхолокации. Moving out or moving in? Так, ну графику тут особо сейчас, хотя до 20-ки что-то было просадочка. Ну, давайте смотреть. Больше тут нагружена видюха, 4-ядерного проца по горло хватает. 2 оперативки, 3 и 2 с подкачкой. В общем-то, на низких можно если 4 оперативки подкачку и не ставить. Так, ну давайте. Тут пока исследуем дом, комнаты, что здесь вообще есть. То есть такая вот необычная игра. Сегодня попробую на стриме в нее поиграть, посмотрим. Кэсси, ты шибу. Ты здесь не просто так. In my dreams, I always see a rope. Messages. An apple. А, телефончик. Voicemail. Maybe start а, то есть there. Это на таб, в общем, можно выбирать. Фу. Ничего себе. Ну, то есть хоррор. Хоррор. Все этим все сказано. В общем, такие дела. Все те, кому нравится вот что-то вроде... Но тут без экшеновый хоррор. То есть, может, и нужно как-то будет что-то убегать, выживать. Но какой-то стрельбы, ничего тут такого нету. Кстати, какой-то вот... Dearest Richard, happy anniversary, my love. Так, тут что-то какая-то музыка. Там кто-то сидит. Дверь открылась. Что за нафиг? Давайте смотреть. Ты офигел тут ходить. Кто здесь еще?
Ну, такие дела. Игра не о там каких-то нонеймов, как-никак люди участвовали в разработке Dead Space, хотя там может быть какой-нибудь обычный паренек, там, который сидел, там, знаете, тестами занимался или еще чем. Такие вот дела. В общем, смотрите, проверяйте. Не буду пока здесь включать. Давайте по-быстрому поднимусь наверх. Хотя, думаю, что тут подниматься. Все равно все в темноте. Если вас заинтересовала игра, пробуйте запуститься. И на 2 ядра, 2 оперативки, там, на слабенькой видеокарте. Такие вот дела. Все, в общем-то. Не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе вступайте в группу ВК. Это был запуск Perceptions частично от разработчиков Dead Space. Ну, даже небольшой. Это, наверное, даже... Не то, что целая команда, а просто какие-то выходцы. Ну и даже кто-то над Биошоком работали. Возможно, они тут какие-то интересные идеи принесли. Ну хотя уже интересно, девушка Кэсси слепая. И то есть приходится вот так ориентироваться, просто эхолокацией. Интересно, уже хоть какая-то задумка. Все, в общем, с вами была Алекс и сайт rmpc.b. Спасибо за просмотр.